Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я представляю Россию. Мой род деятельности – я стилист, визажист и имиджмейкер, и я несу в этот мир красоту. Работаю с дизайнерами, моделями и невестами. Принимаю участие в различных съемках и проектах. А летом провожу фотодни для всех желающих. Ведь раньше фотографии были редкостью, а сегодня без них невозможно представить и дня. Красивые и яркие снимки помогают надолго сохранить лучшие моменты жизни. В своих проектах я создаю сама реквизит и бутафорию. Я успела принять участие во многих конкурсах красоты и занять первые места. Первая вице-гран царица России 2020, Indiva Russia 2021, первая вице-мисс Fashion Time Model Competition во Франции. Для меня конкурсы дают возможность интересно провести время с пользой и меняться внешне и внутренне в лучшую сторону. От моей тренерской деятельности осталось то, что спорт для меня является важной частью жизни. Я регулярно провожу большее количество времени в зале. Для меня это является идеальным средством для развития силы воли. Ежедневные победы над собственной ленью, регулярные занятия учат самоорганизации и ответственности, и главный мой секрет – как оставаться в форме. Даже мой активный отдых состоит из необычных увлечений. Метание топора, прыжки с парашютом и парасейлинг. Каждый раз я бросаю себе самой этот вызов. Еще одно мое серьезное увлечение, которое началось в далеком детстве, это хореография. Я призер многих международных конкурсов по современному направлению, и последние победы мне удалось завоевать на Кубе и в Дублине. Я долго искала себя в разных стилях и остановилась на реггетоне и джаз-фанке. Также я имею опыт хореографа-постановщика и ставлю номера для выступлений. Мы сбились с курса и порвали парус. Кричали с берега, что мы не пара. Осколки белые летят посуда. О да, о да. И ты как будто бы не веришь в чудо. Люби меня веселым, люби меня печальным. Люби меня сегодня, завтра мы начнем сначала. И снова снова расстроенные струны. Люби меня сегодня, и не нужно больше думать. Надеюсь, мне удалось передать насыщенность и полноту своей жизни. Спасибо за просмотр и до новых встреч!